Будем знакомы. Мария Кривонос. Если вы подписаны на мой инстаграм, то, скорее всего, в курсе, что приключилось со мной на прошлой неделе. Надо сказать, в моей жизни не бывает сенсаций, но прошлый четверг – исключение. Поначалу все шло своим чередом. Я приготовила завтрак, управилась с грязной работой, немного посозидала, выполнила намеченное. Словом, день протекал, как любой другой, за шлифовкой уклада и быта, доведением их до абсолюта, до совершенства. Тем более странно, что после я открыла кладовку в прихожей и взяла камеру, пылившуюся там без дела, чтобы рассказать вам об образах отчаянных домохозяек. Знакомьтесь, моя подруга Линет Скава. В прошлом прогрессирующая карьеристка, но после родов ее благоверный Том предложил ей оставаться дома, чтобы, так сказать, избежать нервотрепки и стресса. А дома забот полно, и именно поэтому строгие костюмы Линет сменились на майку и распахнутую рубашку, надетую поверх нее. В таком наряде она справляется не только с работой по дому, но и успевает съездить за продуктами. Как многодетная мать, поглощенная обязанностями и бытом, она выбирает практичные джинсы прямого кроя, без излишеств в дизайне своем. И, конечно же, удобная обувь, сандали, позволяющие догнать близнецов, быстро передвигаться по дому и управляться в саду. Габриэль Солис. Экс-модель с пристрастью к роскошной жизни, коктейлям, моде и гламурным нарядам. Ее любимый предмет гардероба – это яркий топ в сочетании с мини-юбкой. А завершает образ очередная пара ярких босоножек, подаренные ее мужем Карлосом, слэш выступающими в роли извинения за его постоянное отсутствие. Из-за чего Габриэль чувствует себя немного чужой и одинокой на Вистария Лейн. Бри Ван де Камп. Бри ценит классику, сдержанность и держит спину ровно. Каркас ее образов – это твидовый костюм, а на ногах – женственные слингбеки. Казалось бы, Бри – само совершенство, но мы знаем, что совершенных людей не бывает. Воспитание и гостеприимство ей не отнимать. Приемы с фирменным лимонным пирогом, элегантная жемчужная нить на шее, вино – потрясающий вкус. Одно сказать о Бри точно можно. Она настоящая леди. Сьюзан Майер. Сьюзан Майер имеет прекрасный вкус, но, к сожалению, совершенно не умеет готовить. Ее образы отличаются простотой и удобством, чего не скажешь о ее настроении. Сьюзан очень драматичная персона с простыми сочетаниями в одежде. Она любит надевать джинсы-клёш, кеды и облегающий топ в комбинации с кардиганом. Ребята, я надеюсь, что вам понравился такой формат видео. Моей идеей было взять самые такие часто надеваемые предметы гардероба главной героини из этого сериала и попробовать в первую очередь найти их на сегодняшний день в масс-маркет брендах. В вторую очередь, это мне было интересно посмотреть на стилистические сочетания, которые они используют. И самым тяжелым образом для меня был наряд Габриэль Солис, потому что у нее очень гламурная мода именно вот 2000-х. И на сегодняшний день не так уж легко было найти подобный топ и юбку. Но я надеюсь, что у меня получилось. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой формат или нет. И если да, то следующим видеороликом, не следующим на канале, но следующим в таком формате, я бы хотела бы снять видео с образами главных героинь из сериала «Секс в большом городе». Или когда-нибудь, например, попробовать воссоздать несколько образов Рэйчел из сериала «Друзья», потому что она очень красиво одевалась, Моника тоже очень красиво одевалась. Мне очень нравятся 90-е, и вот именно с таким трепетом, с таким интересом я бы снимала бы аутфиты именно из таких ситкомов и сериалов. Вот.
Так неудобно сижу. Так стараюсь вам сказать. Все. Ладно, спасибо большое вам всем за просмотр. Буду ждать вашего мнения в комментариях. И всем пока. Короче, ребята, выгляжу ужасно. Мы находимся в частном районе, нам очень стыдно, что мы здесь снимаем без стресса. Я боюсь каждого шора. Еще раз или еще раз? Подай на тарелку. Давай. Хорошо, подай. Да ты письмо хорошо читаешь. Нам надо валить. Так, все, нам надо сваливать.